хорошо, нам целый день с этой какашкой ходить надо. Маргарита. Я Ксюша. И вы на нашем канале. Вам очень понравился челлендж 24 часа черный и белый, так что мы решили снять еще один. Так, и цвета у нас сегодня будут синий и фиолетовый. И сейчас мы выберем, какой кому попадется. Ну что, ребят, наш челлендж начинается. А по-моему, у нас нету одежды такого цвета. Что делать? Как что, идти покупать? Идемте покупать. Ну что, ребят, вот мы и приехали найти нам одежду. Я нашла себе голубую футболку с дельфинчиком. А мне нужно найти что-то фиолетовое. Нету ничего фиолетового, только синего. Полиняли, что ли? Сейчас холодно еще, пока в шортах ходить, поэтому. Мы обыскали весь магазин, и здесь ничего для меня нет. Мы пришли в другой магазин, и здесь есть только вот такие футболочки. Мне придется взять такую. Я выбрала вот эту вот футболку. Вон есть фиолетовые макароны. Есть голубое мороженое. А фиолетового нету. Ксюнчик уже кушает голубое мороженое. Только тебе переодеться еще надо. Только синюю. И фиолетовое это. Да не кушай, это я съем. Тебе нельзя цветное. Что-то фиолетовое. Это макароны. Круто. Я их потом съем. Мы уже нашли лук фиолетовый, капусту фиолетовую. Так что тебе сегодня будет очень вкусно. Ищем дальше? Пошли дальше. Свеколка вареная. Да, вот это молодец. Ты не съела свое голубое мороженое? Приятного. Вкусно? Дай его. Мы приехали в магазин игрушек и теперь будем выбирать игрушку нашего цвета. Да, девчонки только будут искать фиолетовое и голубое. Это подвоночек. Фиолетовое, голубое, синее. Вот. Это как, ну, на какой телефон? Это iPhone 6. Это маленький. У тебя 7+. Ксюша, смотри. Я хочу. Я возьму. Я решила, это возьму. Возьмешь фиолетовую? Мама. А у тебя голубая. Мама. Одна фиолетовая, другая голубая. У меня такая же, как у. Все, выбрали? Смотри, я нашла. Здесь есть и голубой, и фиолетовый, и черный. Замочек? Да. Голубой? Окей. Ну, бери вот это. Хорошо. Все? Так, все, поехали. Маргарита, пошли кушать. Подожди, я серию смотрю. Ты же уже смотрела вчера. Но я ее пересматриваю. Я не знаю, что написать. Либо 2 губоса, либо 4. Не знаю. Ребят, вы уже видели новую серию сериалити? Здесь нужно написать, сколько раз появился глобус. Я посчитала, то ли 2, то ли 4. Я там смотрю, и там такой спорный вопрос. В этот раз очень сложно. Вот здесь вот глобус. Вот 2. Может быть, у вас больше получилось? Ребят, посчитайте правильно и напишите у них в комментариях. Я сейчас напишу. Вот и все. Ребят, если вы еще не смотрите этот сериал, то тогда мы вам советуем. Я на него просто залипла, как на этот слайм. Ссылочка в описании. Ну что ж, посмотрим, что мы сегодня будем кушать. Я себе купила такое мороженое. Это
со сливой. Не знаю, зачем мне лук. Капуста фиолетовая. И свекла. Она уже вареная. И еще йогурт. И еще вот такой вот сок. Он очень-очень вкусный и полезный. Я себе взяла только вот такую водичку и мороженое. Я его буду красить. Придется мне другую еду тоже красить. Потому что синего цвета ничего не продают. Ты можешь йогурт покрасить. А вот что мы купили в магазине игрушек. Подушки. У меня фиолетовая, у Ксюши голубая. Так, дальше. Я себе купила пупси. Тут баночка фиолетовая. Я купила замочек и такой сквиши. Потом еще какашку. Здесь у нас семья. И у Маргариты фиолетовая. И мы еще купили помаду. Да. Фиолетовая. Давай накрасимся. И у нас еще парики есть. Я не знаю, как эти мальчики. Там челочка есть. А, да, вот тут челочка. Так, сейчас мы будем краситься. У меня фиолетовая помада. У меня вот такая голубая. Она под цвет моей кофты. А вот такие вот у меня губы получились. Еще надо тенями накраситься. Вот здесь вот у меня есть фиолетовый. И как раз Ксюша голубой. Теперь парики. Так, теперь моя очередь. Что, нам целый день с этой какашкой ходить надо? Может быть, мне так перекраситься? Ольга, давай снимем видео в лайк. Так, все, мы сейчас будем снимать видео в лайк. Давайте посмотрим, что у нас тут попалось, Ксюша. У меня мусорка. Она прямо синего цвета. Тебе повезло. Это очень круто. Мусорное ведро. Я буду открывать вот эту какашечку. Она у меня фиолетовая. Так, какашка фиолетовая, а слайм розовый. Пандочка. Это чудо. Вот она такая нежная. Смотрите, какой он миленький. Она у меня голубой цвет. Моя футболка. Тарелку принесите. Тарелку принесите. Это слизь. Давай я тебе помогу. Посмотрите, как он трясется. Это очень крутой слизь. What the? У меня русалочка. У нее блестящий хвостик. Это water slime и русалка. Интересно, какой мне попадется. Ой-ой-ой, это обезьяна. Это как на упаковке. То же самое, вот они. Это пакетик для слайма и вот такой вот шприц Фанта. Слайм потом я буду делать. Можно посмотреть. Вот такой вот синенький замочек. Здесь у нас два ключика. Вот сюда я положу вот это. И здесь можно открыть. А мы красим себе лапшичку. А я себе уже порезала вот салатик, лук и свекла. Ну что, приятного нам аппетита. Да.
Он очень горький. Это я кушать не буду. У меня будут кишки точно синие. Теперь я попробую капусту. Я капусту обожаю. Как обычная капуста. Свекла очень вкусная. Я ее всегда ем. Мы решили сделать слаймики. Вот у меня такие добавки. Вот фишболсы. Потом пенопластовые шарики. Еще пенопластовые шарики. Еще пенопластовые шарики. Фомчанкс. Слюда. А у меня синие добавки. Пенопластовые шарики. Фомчанкс. Фишболс. Слюда. И потом я отсюда возьму кукурузные палочки. Сначала нам нужно покрасить. Я тоже чуть-чуть, совсем немножко добавлю. Убираем добавки. Теперь добавляем добавки. Так, теперь я добавляю фишбол. Теперь фомчанкс. Все. Теперь мешаем. Ух! Вот такой вот слайм у меня получился. Ну что, ребятки, наш челлендж подходит к концу. Нам пора спать. Надеемся, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!